Всем привет! Как и обещал, дегустация крымской тушенки. Вот такая банка у нас, свинина тушеная, высший сорт, продукт Крыма. Крым консерв сервис. Первый раз увидел вчера в магазине, не удержался, купил специально для пробы. Масса нета 525 грамм, изготовлена по ГОСТу. Давайте я вот так вот сделаю поближе этикеточку. И вы сможете прочитать полностью составчик и, ну и вообще рассмотреть ее. С одной стороны, ну и вот так вот, свинья нарисована, Крым нарисован. Вот так вот, вот такая вот этикеточка. А штрих-код. Что у нас пишет состав? Свинина, лук, соль, лист лавровый, перец черный, массовая доля мяса и жира не менее 59%. Как-то маловато, мне кажется. Ну, давайте откроем, посмотрим. Тут у нас свеженькая, да, прошлогодняя, 07.04.15 года. Классно, когда, знаете, 1 января приходишь в магазин, а там весь товар прошлогодний. Вот все прошлогоднее. Колбаса, хлеб, сыр, все прошлогоднее. О, вот такой вот у нас тут жир. Банка прямо из холодильника, поэтому холодная, естественно. Такой жирок. Давайте выложим в тарелку и посмотрим, сколько тут чего. Смалец. Смалец. Свинячий. Так. Ну, в принципе, я вам скажу, жира немного. Я видел намного больше. Тут я бы не сказал вообще немного. Ну, сами видите, да? В принципе, вот весь жир. Может, там на дне, конечно, еще будет. Но вряд ли. Чпок. Так, все. Баночка у нас пустая. Сейчас ножичек возьму. Лавровый лист видим. Лаврушечка есть, листик, куски мяса, желе тоже немного, в основном это мясо. Мясо кусковое, смотрите, как отлично отслаивается, отходит, то есть вид у нее очень хороший. Реально мяса много и оно красивое. Ну, красивое-то красивое. Давайте попробуем, как оно на вкус. Возьмем из центра. Ну, вот смотрите. Отличный такой кусок мяса. Вот просто шикарный. Ребят, нет слов. Правда. Она очень вкусная. Она реально... А вот это вот как холодец. Причем, ну вот настолько вкусный, я вот такого вкусного холодца я не ел. Правда. Нет, это бомба. Я... Ну, правда. Я даже не знаю, что сказать. Очень вкусная тушенка. Реально рекомендую хоть раз купить и попробовать, потому что, ну, она стоит своих денег. Пожалуй, самая вкусная тушенка из всех, которые я ел. И специи, понимаете? Соль четко по вкусу, специи, все подобрано.
все идеально, все настолько гармонично, что ну вот ее просто хочется прям жрать так с двух рук, так ням-ням-ням-ням-ням. Очень вкусная. Рекомендую. Запомните вот эту вот банку, вот такую, свинина тушеная. Продукт Крыма. Можно покупать и нужно покупать. И это вкусно. Несмотря на то, что она совсем не дешевая, но она того стоит. Стоила эта банка 214 рублей. Давайте я вам вот так вот ее со всех сторон еще покажу. Вот, реально, вот мяса много, и она безумно вкусная. И хоть в Крыму у нас сейчас нету света, зато у нас есть обалденно вкусная тушенка. Ням-ням. Всем пока, до новых встреч, увидимся на канале. Пока.